такое сброс, что такое переклад. Приходите на могилу или просто видите какой-то мешочек, баночку, а в ней деньги или просто деньги лежат на перекрестке. Что делать в этом случае? Уже 10-й ролик снимаю на эту тему. Нужно избавляться от этого всего. Ни в коем случае не берите в руки, потому что это может быть чревато проблемами. Купите себе что-то: мороженое, пиво, сигареты, литр бензина. А потом у вас появятся проблемы в жизни глобальные. Будут болезни, одиночество, несчастье. Смерти придут в ваш дом. Избегайте всего этого. Увидели такое? Заворачиваем в мешочек и несем на перекресток и сжигаем. Потому что все вот это богатство сопряжено с определенными проблемами. Сбросы, переклады, откупы, подклады. Порча на деньги — это очень древний способ. Руки-то сами тянутся, понимаете? Особенно у детишек. Их контролируйте на кладбище. Был у меня такой случай. Ребеночек взял денежки с кладбища и принес домой. И дома начались проблемы глобальные. Потом только выяснили, что ребенок принес. Они ему говорили, чтобы он не брал. А он потихонечку, пока никто не видел из взрослых, взял да принес. Ну, дети, сами понимаете. Трудно устоять перед соблазном. Самоконтроля еще нет. Вот так. Ну, вот я снял тут несколько роликов на эту тему. Надеюсь, они как-то вам помогут остановиться и поступить правильно в этой ситуации. А еще раз напоминаю, правильно поступить — значит сжечь это все на перекрестке в полночь с молитвами, с заговорами. Если они вам, конечно, не нужны.